Я сейчас учусь в военной академии. Наш командир предлагает мне завершить офицерскую подготовку в кавалерии. Драгунский полк — один из самых престижных. Так я восстановлю честь семьи. Приглашение от барона фон Левенскюля. Вам повезло. Немногих приглашали войти в этот замок. Моя дочь, Эдит, лейтенант Абельгор. Могу ли я пригласить любезную Эдит на танец? Через что она прошла, и как счастливо она улыбалась, когда увидела цветы. Она смеялась. Люди видят мои костыли и начинают причитать. Несчастная девочка, бедняжка. Не жалейте меня. Дайте сигарету. Значит, решил приударить за племянницей, так, Антон? Надо оставить свои нужды в стороне, и только тогда действительно получится помочь другому человеку. Твое будущее в кавалерии. Вы сказали, что от лечения нет толка, но оно дает ей надежду. Это крайне рискованная затея — рассказать Эдит всю правду. Вы невероятно добры, господин лейтенант. Она хочет вылечиться только ради меня. Но это ведь нелепость. Открыла вам свое сердце, и ей стыдно быть отвергнутой.